Ну что, к сожалению, поздравляю вас только с одной победой сегодня. Скажи, почему в первом матче получилось забить 6, а во втором пропустить? Ну, как-то вышли недонастроенными, наверное, потому что выиграли уверенно у Бэшек. Вот, и как-то недонастроились, мне кажется. Ну, все-таки может звучать забавно, но у нас многим игрокам было обидно то, что, скажем так, обеспечили вылет Бэшек именно мы, потому что, ну, хорошее отношение с командой, ну, реально было обидно то, что парни вылетели. Вот, может, это тоже как-то повлияло. Не знаю, ну, и МСГ хорошая команда, хорошо катают, молодцы. Приехали всемером, даже не вшестером, поэтому все нормально. Ну, не обращу внимания на то, что, к сожалению, поздравляю, не знаю, спрашивать, желала ли ты наших двух поражений или двух побед. Ну, в принципе, по этому вопросу все. Нет, ну вы же не Black Bunch Mafia, так что, в принципе, я немножечко более равнодушна. А почему во второй игре редко получалось владеть и создавать какие-то опасные моменты? Очень много и часто позволяли противнику проходить совершенно спокойно. Ну, опять же, потому что парни хорошо играют именно в футбол, катают мяч, умеют играть, не закидушка там в зону и как пойдет, а именно катают, раскатывают соперника, освобождают зоны. Молодцы, хорошо играют. Вот. А касательно моментов, не совсем согласен. Мы в первом тайме три каркаса собрали. Это достаточно приличный момент. Но я не спорю то, что у них тоже моментов было полно, поэтому результат, в принципе, по игре. Можешь прокомментировать удаление своего игрока? Ну, Коля без красной в круге, это сезон провален.